Привет, друзья! Что сегодня сулит Луна? А также, так как мы весь прошлый год собирали для вас приметы на каждый день, и чтобы не повторяться, вы можете посмотреть приметы на этот день по ссылке в описании или по подсказке в углу экрана. В день 2 марта в 12:00 Луна находится в фазе «Убывающая Луна». Это 26-й лунный день в лунном календаре. Освещенность Луны составляет 16%. Луна находится под влиянием знака Козерог. Вас ждут дела, которые требуют повышенной внимательности и контакта с чиновниками или даже политиками. Вам придется полдня провести в государственном учреждении, и не факт, что все закончится как надо. Также в этот период вам стоит распланировать свои дела на ближайшее время и настроить себя на упорную работу. Можно уделить время делам, которые вы давно откладывали или даже о них забыли. Период благоприятен для общения с влиятельными людьми старшего поколения, для строительства, работы с камнем, купли-продажи недвижимости, земельных участков. День под влиянием Козерога считается опасным в плане отношений с людьми. Возможны ссоры и конфликты с близкими на ровном месте. Постарайтесь этого избежать. Будьте также осторожны в обращении с деньгами. Их лучше экономить. Очень хорошо встретиться с каким-нибудь мудрым человеком, который поможет трезво оценить действительность и наставить на путь истинный. День недели – суббота. День, который стоит и в принципе нужно посвятить уборке в доме, возможно, ремонту. Доделайте дела, оставленные на потом. Стрижка. Эту процедуру сегодня стоит отложить, иначе можете оказаться во власти грусти и депрессии. Если вам предстоит важная встреча, на которой вы должны произвести впечатление, стоит задуматься об окраске волос в естественный цвет натуральными красителями. Прическа сегодня должна быть высокой. Кстати, может быть начес, но он не должен быть слишком вычурным. Постарайтесь, чтобы все смотрелось как можно естественнее. Маникюр. День лучше всего подойдет для укрепления ногтей. Сделайте несколько полезных процедур, которые вам посоветует ваш мастер. А вот с красками для вашего нового маникюра стоит быть осторожными. Не нужно экспериментировать с яркими цветами. Это сыграет не вам на руку. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт «Остроумно». Странички в Instagram и Facebook. Ссылки в описании.